Баскетбольный клуб «Самара» в третьем матче домашней серии уступил «Уралу» из Екатеринбурга 89-93. При этом по ходу игры гости были впереди на 19 очков. Тем не менее, волжане продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Что помешало в этот раз победить, расскажет Антон Машурин. Начало матча с «Уралом» для «Самары» получилось неудачным. Уже в первые минуты отставание «Волжан» достигло 6 очков. Соперник забрасывал мячи в корзину с аномальной реализацией более 60%. У хозяев же в атаке игра не шла. И уже в начале второй четверти гости сделали преимущество двузначным. А на перерыв баскетболисты Екатеринбурга ушли при плюс 13. Могли вести и 16 очков, но Фиди забросил трехочковый с «Сиреной», который подарил надежду на то, что удача вернется к подопечным Игоря Грачева. Нам не хватало и движения, где-то концентрации в защите. Мы пропустили несколько легких мячей и дали противнику с хорошим процентом реализовать, особенно в первой половине. Однако начало третьей четверти вновь осталось за гостями, которые увеличили преимущество до 19 очков. Первый мяч во второй половине самарцы смогли забросить лишь спустя 4 минуты. К заключительной 10-минутке волжане подходили с 15-очковым отставанием. Вплоть до самой концовки матча разрыв был двузначным, но два подряд трехочковых от Галихова и Чеваренкова вернули интригу. Капитан Самары затем еще раз попал издали, но уральцы садел сохранили и позволили Зазулину забросить в проходе с финальной сиреной. А для Евгения Минченко игра сложилась удачно. Он набрал 23 очка, стал самым результативным игроком матча и побил собственный рекорд. Я стараюсь в каждой игре действовать по максимуму. Где-то получается у меня, где-то у моих товарищей, поэтому... Мы команда, мы каждый, это не моя заслуга, что я там столько забил, это заслуга моих товарищей. Все мы одна семья и одна команда. 89-93. Самара проигрывает третий матч в Суперлиге, но продолжает идти на первом месте. А следующий матч волжане сыграют в четверг, 30 ноября в 19:00. В МТЛ-арене они примут своего главного преследователя, Темп Субс УГМК. Антон Вашурин, Сергей Костин, новости губернии.